Я покажу, ладно. Посмотрите, какой хвост у Стеши. Русалки, посмотрите. Это рыба. А рыба это, да? Да. Это сделано из поролона. Посмотрите. Картон. Картон. Что-то тут клей. Без картона. Без картона? Шарниры ты сделала. А, вот эти шарниры ты сделала. Иви. Иви это такой этот материал. Ну, это вот этот вот. Профессиональный этот ремень у нее. Смотрите, она когда ходит вот так вот. Класс. Вообще, творчество. Эни? Не знаю. Эни, сейчас надо будет давать таблетку. О, она вышла. Эни! Энечка, покажи свою лапку. Вон, видите, у нее... Вон у нее там лапа вот тут болит у нее. Давайте таблетки кушать. 3 дня надо, ну, давать обезболивающие. Она вообще... Живчик. Прям сразу же начала ходить. Сразу же шрот пьет воду. Начала ходить. И легче стало прям после доктора. Стеша вообще такой профессионал. Посмотрите. Профессионал. Просто. Все. Да? Нет, еще. Сейчас. Она вчера, мы пришли, она ей сунула просто в пасть и все. Я вообще боюсь ее трогать. Так она царапает? Так она нас царапает, да. Но не дает. Надо смотреть. Да. Все? Да. Все, что точно ветеринарный тебе надо работать. Мне сегодня уборка целый день. Рыбу. Видите, что творится? Рыбу клечить, да. Кошкам таблетки засовывают без проблем. Как вообще это? Может, ты Шарлот в следующий раз таблеткой накормишь? Потому что мне так сложно ей тоже давать таблетки, она не ест. Вообще, 3 секунды. Мне все убирать, я гараж прибирала сегодня. Как собака, она сейчас ее крикнула, она за ней побежала. Вообще, сегодня гараж прибираю, здесь все мыло. Парогенератором, слушайте, вещь такая, конечно, классная. Парогенератор, обувь сейчас перемыть надо, все убрать. Сегодня такой день был, конечно, у меня. У нас сейчас очень поздно. Вот, сейчас это уберу, лягу спать. Здесь надо будет закрасить. То, что у меня есть вешалка висела. Закрасить и замазать и закрасить эти дырки. Вот, полочки прибила. Здесь не было полочек. Очки положила сюда, поставила. Так, пока из подручных средств. Вот, ничего сюда не покупаю. Убрала здесь старые у нас были такие, ну, калошница старая была. Я ее убрала в гараж. Вот, пока так. Как говорится, нам, возможно, скоро съезжать уже отсюда. Вот, чисто, чтобы удобно было. Девчонки все время брызгаются у меня. Берут вот этот вот. Депонисом нравится. Черебласом. Это в этом... Забыла, как магазин называется. А, Бафбоди. В общем, они такие вот. У них, не знаю сколько, пузырьков 6, наверное. Мы покупали. Вот они все время в школу ходят и брызгаются постоянно. Щёска здесь, в общем, так вот положила им, чтобы при выходе они брызгались и причесывались. Эти рюкзаки тоже надо будет убрать. Тяжелые такие, это вот я видео снимала, нам присылали рюкзаки с Калифорнии как раз компания. И мы разукрашивали их, они, видите, такие объемные, внутри можно игрушки там собрать. В общем, у нас есть отдельное видео на канале. Вот. Это, по-моему, Каролина делала. Это делала Стеша. Вот. А это их любимые ланчбоксы. Я не знаю, конечно, буду их сейчас как-то... Не сейчас, может, завтра, наверное, буду как-то отмывать. Но они сказали, мама, оставь их. В общем, их любимые ланчбоксы. В таком грязном, видите? Видите? Потому что стирать надо, в общем. Надо как-то отбелить их. Буду завтра этим заниматься. В гараже просто не пройдешь, дома не пройдешь. Вот такие хвосты делают. Сегодня вышла, представляете, просто этот поролон везде, бумага. Вышла сегодня на задний двор, весь задний двор вымыла. Там мы сланцы, не знаю в чем. Там бы Стежка у меня пошла, кружку они там оставили, видимо, с этой, с подружкой сидели. Она там прошла с этим хвостом и, короче, все снесла. Короче, все разбила. Я, в общем, ладно, в итоге надо было в любом случае прибраться, сегодня прибралась. Ну, в такой день у меня сегодня был вообще уборочный. Вот.
уборку не снимаю, потому что я в процессе всегда этой уборки. Вот. А потом я монтирую, я просто устаю от этого. Кто-то любит смотреть, как другие работают. А я, когда монтирую эти видео, я еще больше устаю. Вот. Так что все в процессе прямо сегодня. Парогенератор, конечно, вообще вещь. У меня сегодня спас. Я какие-то вот грязные все там углы, которые у меня уже такие замученные. Вот, я все прям парогенератором, даже швы у плитки немножко почистила. Мне кажется, когда вы приехали, такого не было. Вот, вычистила. Так что вот такие вот дела. Что-то у меня съемка такая темная. Может, посветлее так сделаю. А Артемка, короче, мы похоронили с Артемкой хомяка. Вот, завтра надо будет еще дом вычистить. Этот с этим хомяком, конечно, не знаю. Теперь дом будет стоять. Думать надо было мне, конечно, в этом плане. Я уже, знаете, просто хочу от вещей лишних избавиться. И в итоге у меня, наоборот, они копятся. Вот. Гараж половину сегодня вычистила, еще половина осталась. Ну, там уже надо Артемке мне помочь, чтобы... Я смогла, у меня там кровати вытащить старые, столы я хочу убрать. Вот, гараж надо это, весь хлам немножко повытаскивать. Прям желание такое, хочу все это убрать. Вот, так что все, кошка, слава богу, в порядке. Вообще, она у нас идеальная просто сегодня. Ходит, ест, аппетит хороший. Все супер-пупер просто. Так что, ничего. Ну, $800, я думаю, должна быть в прекрасном состоянии. Вот. У нас вообще, у нас деньги уходят. Это вот эти кошки, собаки, конечно, наша радость, блин. Это тоже немалые деньги. Шарлотта у нас по операции там на 2000 с лишним долларов. То котик там что-нибудь погулял, натворил, то еще что-нибудь. По прививке там молчу. Ну, в общем, животные, да, тоже не дешевые в Америке. Я не плачу, все просто вам так рассказывают. Вот, ну, действительно так. Вот. Поэтому иногда деньги, да, вот, тоже не маленькие, уходят на наших любимых животных. Вот. Играют с Энькой, с этой. Сейчас покажу, с Гэби. Играйте, играйте. Че перестали-то? Он это, Гэби выглядывает. С диван разъехался, надо его собрать будет. Что-то отсоединился. Сейчас Гэби смотрит, смотрите, видите? Оп, встретились. Но мы только с улицы с этой, с Энькой пришли. С Пенькой, то есть лапы помыли. Она уже обрастать начала, надо ее будет стричь. Грумеру надо записать. Диван почистить надо. В общем, все это буду делать завтра, потому что у меня вот, видите, каждый день вот так вот. Это еще чисто. Когда я с Тешей делала хвост, это было что-то. Королина так каждый день что-то делает. Маски тоже всякие. Все. Как раз и спрашивают у нас вчера. Да, вчера как раз спрашивали про кошку. У вас там кошки, ну, кто-то дерутся, наверное, животные, так говорят. Может, укусили? Как бы так еще нас это... пытаются вывести, ну, где так это, ну, травмировали-то кошку. Вот, наверное, там дрались между собой. Мы такие, нет, у нас все дружелюбные, абсолютно животные, у нас никто не дерется. Все супер-пупер. Вот. Че, Пенечка? Че, моя зайка? Че, моя хорошая? Девочка моя. Моя девочка лохматая. Лохмушка ты, лохмушка. Играете, да, с Гэби? Молодцы. Молодцы. Шаут только нельзя трогать нашу. Она уже все, уже ей не до игр. И отстаньте от меня, отвиньте. Мне надо лежать, отдыхать. Ей спать. И в туалет, и все, и больше ей ничего не надо. Тишина и покой. Да, Пень? Сейчас будет плести свои браслетики. Нам надо черные цвета. У нас нам черные нужны. У нас их много, в принципе, но они все в перемешку. Перемешались. Сейчас будет собирать. От масок отойдем немножко. На антигляде. Сейчас будем как золушки сидеть и перебирать черные. Не надо туда, я сейчас черные буду вытаскивать. В общем,
работа у нас сейчас будет вот такая. Сейчас, знаешь, отсоединим просто, и у тебя будет много черного. Давай моторику будем развивать. Смотри, сколько много их. Посмотри, сейчас все просто соберем, у тебя на целый браслет еще хватит. Да, крепись, мама. Так. Просто видишь, они у тебя все вон, все перемешались, надо бы отдельно. А где у тебя все банки-то? Я тебе столько банок давала. Сломались. А вот еще черная вот здесь вот у тебя есть. Вот видите, у нас только лампочка здесь такая успокаивающая. Приглушенный свет. Будем сейчас собирать. Утро. Завтрак будет в ресторане. Жарко на улице так вообще. Будем сидеть внутри. Стандартное меню. Без картинок, без ничего. Просто сиди, гадай. Что ж тебе принесут, называется. Вот у них нет вообще картинок никаких. Ну, редкость бывает прям. Большая редкость, чтобы что-то нарисовали. Чтобы представление хотя бы иметь. Так что представляй в своей голове, называется. Здесь есть у них eggplant, meatballs они делают из баклажана. В принципе, неплохой вариант. Они чугунные такой сковородочки приносят. Супы есть. Суп, конечно, грибной, он какой-то своеобразный у них. Мне не понравился. Вот carrot ginger, не знаю, думаю, может сегодня взять попробовать. Цены вот 6.50, 8.50. Это вот наш sit to table. Второе заведение от него получается, от этого хозяина. Пицца, паста, так итальянская тема такая. Еще и, как говорит, приятно, говорит, что мне дали чаек, еще и кружку помыли. Ну да, хороший органический. Здесь органическая еда. Да, ну да, ну как это, sit to table, ты что? Я пью чай ти латте, как обычно. Мой любимый чай горячий. Сейчас с утра с корицей. У них такие чашечки. Недавно, видимо, заказали. Я вот до этого как-то мы пили, таких не было. Смотрите, нам принесли такое все огромное и красивое. У меня морковный тортик у меня. Тёмке какой-то сэндвич. Вот, я что-то только чай гладкое с утра. Все большое, да. Наверное, тут, смотрите, у нас тут сайбертраки аж две штуки. Скопление. Что-то скоро будут все такие машины, наверное. Там. Софи и Сидим Дженезис сделали ей все. Конечно, сервис вообще просто. Ты любишь черри, возьми. 6,99 стоит. Мы в Sit to Table купили лук, арбуз вкусный, сладкий. Дегустация даже была, попробовали. Еще хотим желтый взять. Вот там желтый арбузик есть. Точно? Невкусный? Точно? 2 за 6, да? Ну, я вообще люблю вот это, моя любимая. Вот такую я хочу взять. Маленькую нужна? Маленькую? Не знаю, но вот это точно. Смотрите сами. Мне нравится, когда вот так вот все уже там готово. Да. Арбузики красные, желтые. Я думаю, девчонкам взять желтенький арбузик, небольшой такой, нарезанный уже, упакованный. Чуть-чуть попробовать. Сахара. Да, смотрите, банановая вода. Как они это делают. Там ингредиенты написаны, органик банан. Без сахара. То есть банан с водичкой разбавили. Там получается от банана 15 грамм сахара. Прикольно. 2 за 6. Слушай, давайте возьмем, попробуем. Эту водичку продегустируем. Прикольно. Берем бананчики. 9,79 центов. Слушайте, грейпфрут взяли. Ну, мы приехали прямо сюда за фруктами. Здесь же все они выращивают. Так, свое. Берем маракуйю. 15 долларов. О, смотри, нам вот это нужно. Что такое? Бананчики держи. А, да. С обезьянками, да? Прикольные такие. А Ред Кактус это Стеша любит, это ее любимый, Стеша обожает. Да, да, она любит ее. Это груша такая вот, 2,99. Кактус красный. Ну возьми, сколько за
450 грамм, грубо говоря, $15. Штуки 4 возьми. Я люблю прям с йогуртом кушать эту маракуйю. У нас растет на заднем дворе, но она, не знаю, будет, не будет. Все. Похоже на большой абрикос, видишь, как косточка. Да, скорее всего, на абрикос. Вот папайя малюсенькая прям. Вообще малюсенькая. Хурма? Где инжир? Я не знаю. Инжир в начале, там и персики тоже в начале. Этот кактус. Вот она мягенькая прям такая. Да, она ее обожает. Только не гнилую. Вот, смотри. А какая, как нет, вот хорошенькая. Потрогай, вот она классная. А, какую окей. Надо. Прямо... Ты, тогда ты выбери, потому давай. Что я не умею это выбирать. Там нормальная такая, да? Как гнилая выбираю. А, ну вот это гнилая. Ой, она так сейчас счастлива будет. Она так любит вот этот вообще кактус. То есть это 4 штуки взяла. Все, хватит. Шеи? Хватит. Свой шоколад можно сделать? О, ред какао. Смотрите, 6-7 долларов. Как долго делается, да? Так, драгон фрукт мы уже не хотим. Кокосик мол. А, с трубочкой сразу, да? 2,99. Ну, здесь дырочки просто, видишь, делаешь и все, и трубочку засовываешь. Прикольно, да, возьмем? Попробуем. А думаю, взять девчонкам попробовать. Прикольно. Только у нас вот можно в Нейплсе вино пить с утра, дегустировать, закусывать сыром. Они здесь, мне кажется, еще лучше и лучше все делают. Раньше скудненько было, когда мы приехали. Да. Очень много разных красивых пироженок. Вот смотри, одно пирожное 6,95 стоит. Да. Вообще красота. Тортики там. Класс. Смотрите, свекла какая. $1.99. Большущая. Я так люблю эту свеклу. Ну, надо подумать. Так, ну что, мы, конечно, закупились. Я взяла очень хороший фарш. Буду делать голубцы дома, наверное. 100 лет не делала. В общем, а пойдем домой. Ходим тут все дегустируем. Кстати, банановая вода, которую я взяла. Можно ее здесь попробовать. Заодно проверим. Слушай, ну прикольная такая. Я не знаю, они с чем-то ее, с чем они ее смешали. Она холодненькая еще такая, знаешь, вот прям самый самолет. Чувствуешь? Оля, это фрутоняня. Угу. Реально. Фрутоняня. Надо ее охладить сначала, прежде чем пить. Вот, кстати, хозяин сидит тут и было, а это вот Трамп. Слушайте, это пиво тоже он со своей фоткой. А тебе что, штучку заменили, да? Я смотрю, не торчит она, люди просто забили ее туда. Пока еще же не сделал. Не надо, не надо. Не вот надо. Она вот так. Она не должна так делать. Ага. Ну, это ты вот скоро поедешь, да, получается? А сегодня просто у тебя технический осмотр был. Ну, это мне там масло. Слушай, они тебе красивее поставили. Верни ее на место. В смысле, это я до этого ставила. Они не трогали. Они не трогали? Вот, сейчас нормально, да. Что, сколько мы сегодня потратили? Столько пакетов? 200. У нас девушка такая попалась на кассе. Короче, я по привычке... А, ну... слушай, у нас вот эти же пакеты есть. Да, что-то мы тупанули немножко. А у холодильника есть у тебя, можно мясо положить туда? Да, кстати. Пока едем. У меня, знаете, у меня привычка, я не могу, как говорится, это, хочется человеку помочь всегда. Вот, она говорит, не трогай, это моя работа. Потом я хотела, у меня рук не хватает, мы что-то тележку одну взяли маленькую. 15 пакетов этих, знаете, вот постоянно. И я такая говорю, это, начала арбуз складывать, а он в пластике, по сути дела, она его отдельно положила вот в пакетик. А я взяла сверху, его положила с, ну, с грейпфруктом. Ну, все упаковано, в принципе, герметично. Она вытащила и говорит, нет, нельзя так делать, так не делай. Я уже это... Где мясо? Мясо где-то должно быть. Вот давай молоко сюда поставлю, сейчас голубцы буду делать. Здесь нет. Как нет? Куда вот она? Она его куда-то запаковала. Еще, знаете, она нам яйца запаковала. Перепелиные яйца запаковала. И даже наклеечку наклеила. Иногда это как-то, знаете, вот думаешь. Немножко непривычно для нас, конечно. Они еще не знают, как мы умеем, яйца вообще вести и еще не разбить ни одно. Где мясо? Где мясо? Так, где мясо? Так, вот здесь яйца, наверное, и мясо, Сонь. Возможно. Ну-ка я сюда положу. Вот даже наклеечку нам наклеила. Вы представляете, насколько
чтобы вот, не дай бог, чтобы вы знали, что у вас здесь яйца вообще, конечно. Нашла, да? Нет, не нашла, но я думаю, что вот в этом, где яйца, наверное. Нет, может, яйца, да, там другое. Так, фарш сам. Арбуз. Арбуз. Все какое-то. Ну, здесь. Посмотри, из-под этого. Нет. Это она с мясом это засунет? Нет, наверное. Ты думаешь, как она засунет или засунула она? Это же флексы. Она не засунет туда мясо. Вот холодное. Ну нет, нет. Нельзя, наверное. А вот еще пакет. Это с чем? А вот мясо. Все, вот фарш, да. Я ее вообще не понимаю, как это она так. Тут яйца переживала, здесь это. Яйца. У нее какая-то. У нее какая-то своя логика непонятная. Так, я приехала в магазин. Думаю, закончу этот влог, и по дороге мы сейчас с Артемом записывали болталочку, поэтому завтра будет, наверное, скорее всего, болталка, ответим там на пару вопросиков, на пару, может быть, больше даже, не знаю. Ну, в общем, видео получилось не коротенькое, вроде бы готовьтесь, наливайте чай, увидимся с вами в следующем видео. Все, пока-пока, всем спасибо, кто был в этом влоге со мной.